все боролись, все до конца сражались. Не знаю, на самом деле, никто не может сказать, чего именно не хватает. Может, какой-то до конца командного духа вот это вот не хватило. Но так все боролись, выложились ребята. Считай, все первые 20 минут первого тайма все выбежали, выложились. А вот не хватило сил на оставшиеся 10 и пришлось как-то доигрывать. Мы вышли сражаться с равным соперником. Они не сильнее нас, такие же, как мы. Все мы люди. Состоялся разговор с болельщиками. Обсудили все вот эти моменты, что проиграем. Да, такого не должно быть. Мы должны сражаться. Не знаю, что с командой было, но мы сейчас делаем выводы и будем стараться выигрывать.